Первый весенний праздник, он, конечно же, посвящен нашим любимым женщинам. И очень хочется, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки, в вашем доме всегда светило солнышко, чтобы весь мир, все люди, которые вокруг вас, вас радовали. В этот замечательный праздник я хочу пожелать вам, конечно же, здоровья, обязательно любви, счастья, благополучия, чтобы ваши родные и близкие сделали так, чтобы этот замечательный день как можно больше у вас запомнился в этом году. И самое главное, чтобы они не забывали вам объясняться в любви не только 8 марта, но и во все остальные дни этого замечательного 2015 года.